Любое решение – это решение. Просто есть решение, которое ты принимаешь в отношении себя, это решение принять проще. А есть решение, которое принимается в отношении наших граждан, конечно, это решение принимается очень тяжело, тем более, когда речь идет о таком ответственном решении. А можно ли обойтись без этого решения? А можно ли принять другое решение? Конечно, никому не хочется принимать решение. Мы говорили о том, что можно не принимать это решение и затем к нему вернуться, но, увы, мы уже где-то на 10 лет опоздали с принятием этого решения. Вы видите, звучат предложения, как улучшить решение, но сегодня уже меньше мнений и призывов к тому, чтобы не принимать это решение. Скорее всего, это решение еще будет более тяжелым. Поэтому вот здесь тяжело принимать решение, вот здесь вот понимаешь эту ответственность. Что касается решения, которые касаются лично тебя, лично депутата, будь это статус, будь это заработная плата или пенсия, коллеги, поверьте, эти решения совершенно другого уровня, и все поддерживают это решение. Если мы выходим на это решение, конечно, мы должны и нюансы посмотреть. Главное в этом решении – это все-таки переживание за наших граждан, которые сегодня получают маленькую пенсию. Но еще раз подчеркну, что никто не рубит с плеча. Все взвешенно подходят, понимая ответственность и понимая в том числе необходимость рассмотрения принятия этого решения.